В Сирии террористы 5 раз за сутки нарушили режим прекращения огня. По данным российского центра по примирению сторон, боевики обстреляли из минометов населенные пункты в провинциях Дамаск и Латакия. Самая сложная ситуация по-прежнему в Алеппо. В восточной части крупнейшего города страны правительственные войска пошли в контратаку и отрезали экстремистов от поставок оружия, боеприпасов и медикаментов. А на юге армия полностью очистила от террористов комплекс военных училищ. Тем временем представители еще 6 населенных пунктов подписали за минувшие сутки соглашение о перемирии. В общей сложности их теперь 554.